Так, коттеджный поселок Кольцово. Еще один дом у нас здесь подошел к сдаче. То есть все здесь уже по территории, все мы закончили благоустройство и также закончили внутреннюю отделку. Значит, по периметру у нас забор из профлиста. Фасадный забор у нас кирпичные колонны. Между ними перемычка также из кирпича. И между столбами у нас металлический двусторонний штакетник. Калитка у нас с электрозамком, открывается с видеодомофона. Ворота у нас откатные с автоматикой. Сразу все расстояние вымеряли. Противовес четко доходит до столба калитки. Карман, который между получился в серединке, здесь у нас септик 3 полуторных кольца. То есть машина для выкачки подъехала, ворота открыли, шланг сюда закинули, выкачили. Далее по территории. Все дома у нас смещены на 7 метров от фасадного забора. Сделано это для того, чтобы вот сюда мог загнаться еще один автомобиль. То есть один под навес, второй вот здесь сзади. Также еще большая широкая площадка перед воротами. Установлены фонари. Обязательно розетка. Первый кран на полив. И второй кран у нас сзади дома. Это в огород. Подсобное помещение. Здесь у нас котельная. Две вытяжки. Первая — это у нас приток воздуха. И вторая вытяжка наверх. Там утепленный грибок. Значит, как мы все размещали? Вот здесь у двери, видим, мы сместили на 60 сантиметров. Также сместили с этой стороны на 60 сантиметров. Это сделано для того, чтобы здесь можно было сделать такие вот лаги. Ну и использовать это для хранения шин, ключей, всяких строительных материалов. Все оборудование — это котел, газовый счетчик, подвод воды, гребенка теплого пола, радиатор, окно. Все собрано у нас в один угол. Чтобы вот этот угол был пустой. Это тачку, лопаты, велосипеды. То есть это все можно ставить вот сюда. Также здесь вторая дверь и выход в огород. Здесь у нас также установлен фонарь. Все деревья, которые у нас не попадали, вот забор прям видим рядышком прошел, все такие деревья мы оставляли. Чтобы создавалось ощущение, что вы действительно находитесь в лесу. На некоторых участках, вот как соседний, там прям плотный лес, тоже сделаем обзор. Далее такая терраса. Также туда выведено у нас освещение и розеточка. Здесь у нас второй кран. Это полив в огород. Кран идет под уклон. И внутри установлен дополнительный кран. То есть там перекрыли, этот открыли на зиму. Все, водичка стекла, он никогда не перемерзнет. Так, по цоколю. Цоколь у нас природный камень. Скрыт также он специальной пропиткой, называется мокрый камень. Такой вот фактурный кирпич. Отмостка вокруг дома, тротуарная плитка, старый город. Водосточная система, круглая металлическая труба. Металлическая подшива.
решетки для вытяжек, вот такие вот клапана с клапанами под цвет кирпича. Так, ну и пройдем в сам дом. Первое помещение — это тамбур. Здесь у нас автоматы. Свет 3 фазы, 15 киловатт. Рядом сюда заходит у нас интернет, и рядом будет роутер. Двери все у нас полнотелые. Точечные светильники. В доме натяжной потолок. И вот такой потолок теневой. То есть все в современном стиле. Также выдержаны такие серые теплые тона. Такая огромная ниша, это для встроенного шкафа купе. То есть сюда делают такой шкаф с зеркалами, вообще обалденно смотрится. Видеодомофон. То есть здесь у нас кнопочку нажали, все, калитка открылась. Так, пройдемся по помещениям. Первое помещение с левой стороны — это у нас санузел. Их здесь два. Вот у нас первый санузел с душем. Сразу все это было рассчитано. Вот у нас дверца открывается. И ничто не мешается. Метровый проем. Ну, сразу, соответственно, мы оставляли проем 104 сантиметра. Забрала штукатурка. Сам керамогранит. И вот у нас ровно метр получился в чистоте. Такой душ. С окошком санузел. С наружной стороны здесь у нас идет соларовое покрытие, то есть окна с отражением идут. Полотенцесушитель. Унитаз. Умывальник, зеркало. Это первый санузел. Дальше проходим. Здесь идет спальная зона. Такие вот три спальни. Вот такая здесь сделана у нас перемычка, и за ней прячется люк. Это лаз на чердак. То есть здесь мы откидываем, и там лестница, поднимаемся на чердачное помещение. Так, по спальням. Вот у нас первая спальня. Большое-большое витражное окно. Окна у нас рехау. Три стекла, наружная ламинация, теплые откосы, везде идет белый плинтус. Также у нас во всем доме теплые полы, но помимо полов мы также дублируем отопление еще и радиаторами. Дальше заходим, здесь у нас второй санузел. В уголку там у нас принудительная вентиляция, вентилятор. Вот здесь место под полотенцесушителем для стиральной машины. Унитаз. Вся сантехника хорошая, это все с микролифтом. Угловая ванна и также раковина, зеркало. Так, дальше заходим. Вторая спальная комната.
Также теневые потолки. Розетки сразу мы планируем, как у нас будет размещаться мебель. То есть сюда шкаф, посредине кровать, напротив телевизор. В каждой комнате обязательно окно с открыванием. Еще одна спальная комната. Спальни здесь одна 16 метров, одна 17 и одна 14. Три разные спальни. Вот это самая просторная. Ламинат у нас везде укладывается 33 класса. Ламинат с микрофаской. Специальный ламинат предназначен для теплого пола. Вот в таком состоянии сдаем все свои дома. То есть сюда остается только завести мебель. И можно проживать. Ну, попадаем в такая самая классная часть этого дома. Это гостиная. В гостиной потолки 5,5 метров. Дышится прям очень-очень свободно. Также здесь установлен большой радиатор. И везде теплые полы. Гостиная здесь 22 квадратных метра. Но по ощущениям, конечно, она прям вообще громадная. Далее арочный проем. И попадаем на кухню. Вот это рабочая зона кухни. Здесь стол. И из кухни выход на террасу. Такие проекты у нас есть в коттеджном поселке Кольцово, Староживотинном. И сейчас мы еще строим такие же проекты в Чертовицах. Все свои дома сдаем полностью с отделкой под ключ.